Потому что вы говорите о Викторе Медведчуке. Поверьте мне, у них точно так же трясутся руки, когда они у него проводят обыски. Потому что, знаете как? Мы же все помним. У нас память-то хорошая. А поверьте мне, руки-то у нас точно покрепче. Так а где он сам? Ну, он выехал из Украины. Где? Виктор Владимирович Медведчук из Украины уехал? Я прошу прощения. Вот этого никто никогда не дождется. Поверьте мне, Виктор Владимирович Медведчук находится в стране. И по большому счету, вот, наверное, где-то так же, как и я, сейчас улыбается, сидя в своем кабинете. Ну, где-то вот такая история, ребят. Страха нет. Вот. Готов ли я к подозрениям со стороны власти и их давлению? Готов. Носки, шерстяные, зубную щетку и пасту я вожу с собой, чтобы ноги были в тепле и зубы были в чистоте. Что? Все? Все. А что это кожа? Когда вы говорите про Медведчука, кожа тоже подозревает. И что? По поводу чего? Я прошу прощения. Так и что? Це не Марченко, просто фотографії з Хорватії, як там Медведчука? Я не знаю. У мене, на самом деле, я вот приехал в офис для того, чтобы... Никто никуда бежать не собирается. Ребят, еще раз говорю, никто никуда бежать не собирается. Это я вам точно говорю. Бояться здесь нечего. Медведь не из пугливых. Вот. А то, что для оппозиционного политика это еще одна ступень в развитии его и укреплении позиции, это ни для кого не секрет. Да, здравия желаю. Добрый день. Да, конечно. Нет, все, я же не против. Извините.